Привет, мы идем в самолет. Анеля впервые полетит на самолете. Да, мы идем. Здесь стоит. Мы идем в Астану. Данеля взяла с собой много игрушек, книжечки. Мы самолеты. Купанба. Где купанба? Все, приземлились, едем домой. Аэропорт Астаны. Вот здесь зима, так зима. Мы в Астане, в Нур-Султане. На сегодня первый день. Вышли на площадку. Смотрите, сколько здесь снега. Даже скамейку не видим. Даже скамейка маленькая. Такой красивый снежок падает. На сегодня по плану океанариум. Поедем в океанариум. Да, пойдемте уже. Смотрим рыбок. Надеюсь, там дают коляски на прокат. Вроде узнали, что дают. Да. Такая погода классная. Потом обязательно, если останутся силы, еще погуляем во дворе. Приехали мы по маршруту, нашли. Ура! Айленд называется. Или Айланд. Крокодила океанариум. И краба. Сейчас посмотрим, как, что красиво. Мы зашли внутрь, сейчас будем раздеваться. Да. Народу немного, классно. Есть карусельки. Идем смотреть рыбки. Мы идем в океанариум. Там есть джунгли. Давай, татиги берем сразу. Билет стоит 2700 детский, 3200 взрослый. Я постучилась, они не делают. Они тебя не слышат. Вау! Корнермобалы. Столько эмоций. Взяли на прокат коляску, стоит 1000 тенге бессрочно. Оставлять нужно что-то в залог. Рыбки, привет! Смотри, это малышка! Рыбки, привет! Малышки, привет! Это малышка, вот! Точно! Ух ты ж! Это папа! Это мама! Вот, это папа лезет, а это мама! Класс! Слушай. Первый в Казахстане и единственный в мире, занесенный в книгу рекордов Гиннесса!
красиво. Ага. Больше моей ладошки. Вот это какая большая! Тут прям можно потрогать, но остаться без руки. Нас поймал фотограф, попросил сделать несколько фотографий. Мы идем дальше. Вау, как классно. Но здесь не так много рыбок. Я была здесь последний раз 20 лет назад. Я не думала, что аквариум такой большой. Идем дальше. Зоны для фотографий. Можно здесь еще посмотреть, и там уже дальше выход. О, сюрприз всем, здесь уже где давайте. Такие рыбки всякие разные, и одна русалочка лежит. Больше рады дяди. Тут чистят стекло в аквариуме. Да. Дядя, я вообще так не пробовала. Вот, вот мы и вышли. На все на это у нас где-то ушел час. Ветер кенарию. Мы попали в батискаф, да, это вроде называется. Животные, которые живут во льду, под льдом, пингвинчики. Видишь? А, накузы. Мамонт, кой у мамонт. Как пыльцевка. А чё он стоит? Он живой, настоящий. Вот почему он стоит? Ну, его туда поставили. Почему? Чтоб ты посмотрела. Да шучу, он настоящий мясной. Козы Джабберлайда. Глаз двигается. Он не настоящий, мама. А просто так делал, что он глаза открывает. Да, бурнус он, да, мамонт торговля. А дролар уже идет. Только мой ребенок может поползти с печенькой. Тут есть зона для фотографий, мы здесь уже застряли на минут 20. Перекус печеньем и водой. Перекус яблочком. Через 7 минут начнется шоу русалочек. Где-то здесь нам сказали, вот мы ждем. Дети перекусили, вроде успокоились. Красота. Русалку тут встретили. О, видите, она рыбку трогает. Еще раз второй раунд. Ближе пойти.
19 бус. Кого нет, то тетя. Она делала на камеру привет опять. Все, она уже ушла. Выход из океанариума по хитрой задумке через магазин. Мне нравится очень такая база. А здесь мы выходили, там идут? Здесь все без ценника, видимо, оплачивать надо в кассе. Тут есть еще джунгли парк, но туда надо сходить только с Данелией. Ходить по лестнице, Альтаир стрит, нам некуда его оставить, поэтому мы пойдем сейчас кормить рыбок, да? Держи. Кормление рыбок стоит 1000 тенге. Рахмет. Прям соска с Минбек, доча. Он все Ну-ка, удар на толстой. Кеня, а у тебя сразу же хабарат? Даже я боюсь. Что тут я есть? Я тоже боюсь. А все других покормим. Что тут еще есть? Ну, стой, сюда на дикшкин дайла. На, дочь, стой. Они там же... Они там тоже большие. Ну, чем как стопы на маленький обед. Ой, это совсем огромный. Эй, маленький, иначе. Страшно кормить, оказывается. Мама, ты что, что вот так есть? Ну, хотя и твой соска, а он наша умер. А ты других покормишь. А хочешь подержать? Нет, вот здесь тоже. Рыбок покормили. Пришли. Комната смеха. Помните, у нас было раньше в нашей молодости? Мама, ты как, ты как это дракула? Я? А здесь? Я маленькая. А здесь ноги у меня. О, ты толстенькая. Я. О, я силачка. Она не хочет попрыгать на батуте. Тут есть всякие такие развлечения. Сейчас она будет прыгать. А ты почему здесь? Ну, типа тут еще, оказывается, крутится. А я с детства люблю вот такие симуляторы. Уговариваю Данельку пойти вместе со мной. Не знаю, может быть, пока он спит, схожу сама. Данеля прыгает уже минут 21. А дальше Данелия захотела воспользоваться моментом, пока спит братишка в колясочке, поиграла на площадке. Очень интересная площадка оказалась, очень много шариков, экран большой, в котором можно стрелять этими же шариками, порхающие шары и так далее. Здесь мне предложили купить фотографию в рамочке, либо в магнитик за 1500 тенге одна штука. Но, поторговавшись, я забрала один магнитик и все фотографии за эту же сумму, за 1500 тенге. Фотографию уже вложила в альбомы, а магнитик висит на кухне на холодильнике. Глаза! Дерево разговаривает! Настоящие глаза! Я? Рыбка еще разговаривает. Это сказка! Yeah. Он их разговаривает. Мы решили пойти в джунгли парк. Мне даже самой интересно. На нас двоих с Данелией билеты вышли 6500. Альтаиру бесплатно.
Будем молиться тебе, что Альтаир нам даст спокойно там походить. Приветствую вас, уважаемые посетители. Сегодня мы с вами отправимся в удивительный мир джунглей. Вперед, тетя, не проходи, а? Вернемся, тетя. Но если вы готовы, пройдемте дальше со мной. Вау. Здесь нас с вами встречает самый большой паук, это Мелорасти. Он пришел сюда со спутанной берегом, чтобы защищать своих маленьких паучков. Духовится таинственное существо джунглей, шестиногий слизняк. Здесь нас какая-то его по имени Рокки и Доки. При этом они могут достигать до 7 метров. Рокки и Доки очень дружелюбные и любят фотографироваться. Здесь вы можете увидеть скелет человека, который когда-то пытался добыть кристаллы, но у него ничего не вышло, его остановили змеи. Здесь перегоняем. Здесь красиво, да? Да. Это Эльза все сделала, да? Да. Обойдемся. Не бойся, аккуратно поднимайся. Наш качается реально. Да. Лава. И пахнет как лава, да? Мне уже рука отваливается, Альтаир нести. На этом экскурсия заканчивается. Сказали, можно сделать красивые фотографии. Здесь мост висячий. Красота. Не сломается. Давай, сегодня всем где? Давай, у нас дома. Вообще супер, да? Даже круче, чем Океанариум. Давай, сфотографируйся. Классно погуляли, устали. И решили на свежем воздухе поиграть на площадке. Оп. Вот в таком дворике мы живем. У сестры моей.